доброго вечера. Я, значит, закончила свои гольфы. По целый день я сегодня не хожу. Мне тепло. У нас дома холодно. Стены все дырявые. У нас вот этот старый дом весь дырявый. Без ремонта. Вот, и в общем, но все равно мы хотим это все ломать, строить новый. Поэтому мы, значит, ничего здесь не делаем. Поэтому у нас вот такой вот здесь ужас, можно сказать. Вот эти нитки я брала на кубе. Вот. Ну-ка, я увидела в интернете гольфики. Мне загорелось, и я начала вязать гольфы. Теперь, значит, у меня вот остались вот ниток много. Он еще один валяется. У меня осталось только ниток. И я, значит, вчера начала вязать. Но дело в том, что я вот один вот шестиугольник связала. Вот такой вот он у меня получился. Вязала я две ниточки. Вот это изнаночная сторона. Я ниточки все заправила. Но единственное, я вот здесь вот, когда вязала, я не при... не вот здесь надо было по две петли мне провязать, а я провязала по одной. Вот, и в общем, я не знаю, что делать, то ли так оставить, то ли это перевязать, ну, чтобы четче угол вот здесь вырисовывался в этом месте. Вот, я этого не сделала, забыла. Вот, в общем, второй вот я вязала уже поздно вчера, я вообще тут намудрила. Я не внимательная была, ну, что-то я так понадела, думаю, провяжу, все хорошо, нормально, не считала. И у меня получился пятиугольник. Вот, и теперь я не знаю, то ли, но все это распускать, ниточки обрезаны, конечно. Тут я их уже вот все заделывала. И не знаю, наверное, я просто так оставлю его на память. Может, куда-то пригодится, не знаю. Может, сидушку сделать, довязать. Вот, в общем. А это я делала образец. Вот, но здесь идет одна ниточка. Конечно, с одной ниточкой. Вот, на уге не пойдет, тоненько очень. А вот две нитки я вязала. Вот таких мне нужно связать 10 штук. В общем, я начала вязать уги. Я, значит, довязала вот шаль. Вот я на тебя ее повесила. Вот, в общем, такая вот она у меня получилась. Но дело в том, что я еще вот этот конец не отпарила. Я вот этот вот, мне немножко осталось, я его еще не отпарила и ниточки еще не убрала. Вот, в общем, а здесь я вот уже, я не нашла другого способа, я отпаривала, в общем, утюгом. В общем, у меня вот так вот не было, вот. Вот это не отпаренное, а вот это вот уже я отпарила. Вот, видите, какая разница. Вот мне немножко осталось, вот, а так ничего, тепло, вот. Я для дома связала, вот дома, вот так вот буду ходить, тепло, ничего, хорошо. Видно, да? Ну вот, все. Отпаривать не готово. Сейчас заглянула к нам в холодильник. Здесь вот лежит нога задняя. В общем, мы вчера закололи, зарезали, не знаю, как правильно сказать, козу. Коза молодая, но у нее больное вымя. Вот. И, в общем, мы решили ее зарезать, чтобы поменьше было кормить. И вообще уже надо резать их. Вот. И, в общем, вот такое мясо хорошее. Вчера мы свеженину жарили. Вот. И, в общем, это везде напихали. В морозилку мясо положили. Потом в снег там в кастрюлю зарыли. В общем, везде распихали, распаковали. В общем... Вот такое вот у нас свежее свое мясо. Я, значит, хотела похвалиться. Мы, значит, купили вот такие таблеточки для посудомоечной машины. У меня есть посудомоечная машина. И, в общем, вот эти таблетки, в общем, магазин продает очень дорогим. А в Трацуме купили, значит, 1000, что ли, или 1500. В общем, мы за них отдали, что даже уже не помню, но очень-очень дорого. Вот. А это в ленте были, значит, скидки.
И мы вот эту пачку купили, значит, такая же пачка, вот 65 таблеток тут. В общем, мы ее купили за 500 рублей. В общем, я как увидела, и сразу схватила. Я сейчас покажу пачку, которую мы купили дорого. Мне кажется, она ничем не отличается. Но я ее, правда, открывать не буду. Вот, сейчас. В общем, вот эту вот пачку мы брали в ЦУМе, где продают посудомоечные машины. Мы туда зашли. В общем, просто никуда не хотелось больше идти. И мы вот эту пачку купили, по-моему, за 1500. Что-то вот вроде вот, вот такие вот таблеточки. Вот, и в общем, а вот это вот, но здесь вот видите, на упаковке немножко другие. Ну, мне просто не хочется ее открывать. Она у меня закрыта, упакована. Я ее поставила, она у меня стоит. Ну, в общем, ну вот так я эти таблетки, не знаю, они хорошие, не хорошие, я их еще не пробовала. Но я ее не буду открывать, пока у меня не кончатся вот эти таблеточки. Я их таблеточками называю. А вот, и, в общем, ну вот так вот я как увидела, я урвала. В общем, 500 рублей, все-таки 1500. В общем, разница ее цена, какая разница, чем мыть. Вот, что это финиш, ну, в общем, не знаю. Значит, хотела показать коробочки для носок, которые я купила в фикс-прайсе. Они, конечно, очень удобные, но я хотела показать вот эти места, которые они все время, вот эти клепочки, они не держатся. И, в общем, их надо или посадить на горячий клей, или же прикрепить клепками. Ну, иначе тогда скрепками. Вот, но тогда она не будет разобрана, она разбирается, тогда она будет вся целая, и тогда ее придется мыть, целиком мыть и сушить. Она такая вот, это пластмасса какая-то, я даже не знаю, из чего она сделана, но очень, мне кажется, удобная. Я лежу на кровати, отдыхаю. Вот. Мы с дочерью тут сейчас посмотрели фильм «Гоголь. Начало». Мы его скачали и посмотрели. Звук, правда, отвратительный, но все равно посмотреть можно. Мне понравился. Там, в общем, пишут, что есть продолжение. Это только первый фильм. Вот. Ну, в общем, что-то похоже на фильмов ужасов наших. В общем, ничего, посмотреть можно. Вот, ну ладно, всем пока-пока. До новых встреч.